Кристально чистая вода Магаза в Аскисском районе несколько лет как превратилась в грязный бурный поток. Стоящий когда-то по берегам кедр вырублен. Здесь ведет промышленную добычу золота компания «Артель старателей Хакасии». Местные жители с 2021 года жалуются во все инстанции на грубые нарушения золотарями технологических процессов и множественные нарушения экологического законодательства. Ситуация давно стоит на контроле Генеральной прокуратуры. Однако все это никак не мешает добыче цепного золота. Сегодня Минприроды Хакасии обнародовала результаты лабораторных исследований поверхностных вод в речке рядом с промышленными разработками. В Магазе выявлены превышения предельно допустимой концентрации по взвешенным веществам в 10 раз, по железу почти в 7 раз, по марганцу и меди в 3 раза. Это второй за май забор проб. Для того, чтобы посчитать количество нанесенного вреда, то есть сумму ущерба, необходимо трижды взять пробы, а затем мы будем иметь определенную сумму для предъявления виновного лицу. Но по результатам ранее проведенных замеров, когда исковые требования предъявляла прокуратура Аскисского района, и вот 22 мая они были рассмотрены Октябрьским районным судом города Красноярска, принято решение в первой инстанции, порядка 57 миллионов было удовлетворено взыскание с артели старателей Хакасии. Каким будет новый штраф золотодобытчикам за локальную экологическую катастрофу в поселке Неожиданном, станет известно после третьего выезда на место работы артели специалистов экологической лаборатории. Теоретически можно добиться аннулирования лицензии на разработку этого участка месторождения. Артель – объект федерального государственного надзора, поэтому последнее слово будет за Росприроднадзором. В настоящий момент природоохранная структура над этим уже работает.